же лошади стали мне слонов огромней, чепраки ассирийские давят. С пененных боков ущелья ужасен зубов оскал. И ливийских солдат веселье, что трубой горлами вождя славит. Тяжело мне, как груз сплющенных скал. Я знаю, что был Гомер, Елена и павшая Троя. Герои жрали и дрались, и по радуге боги спускались. Муза музища плоской ступней шагала, говоря во все горло. Милая музенька пальчиком стерла допотопные начала. Солнце, ты не гори, солнце, ты не гори, солнце, ты не гори. Это ужасно, грубо, только зари, зари шепчут пересохшие губы. Осенней зари полоской узенькой музом узенька, узенькой музом узенька. Сегодня странный день, конечно, я чужд суеверий, но это лиловая тень. Эти запертые двери, куда деваться от зноя? Я бы себя утопил, смерть Антиноя, смерть Антиноя, смерть Антиноя. Но ужасно далеко Нил, здесь в саду вырыть прудок будет не очень глубок, но я к нему приду. Загородиться от всего стеною, жизнь, как легкий из ноздрей дымок, голубок вдали мелькнувший. Неужели так и скажут? Неужели так и скажут? Неужели так и скажут? Плети, как неграмотный раб, слушал набор напыщенных междометий. Я не боролся, был слаб, мои руки плети, как неграмотный раб, слушал набор напыщенных междометий. И вдруг мимо воли, мимо желаний, разверзся невиданных зданий светозарный ряд из бледности пламя исторг. Лошадым стал бородатый бродяга, и знание выше знаний, чище любви любовь, сила, сила сильнейшая, восторг, как шар, кругло, круто, кипяще, кричаще. Кутесно меня наполнили до тонного, до дома, до тронного, до трона, до звона, до развона, ширяй души душа, до тонного, до дома. Ширяй души душа, сила, 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 напряженные мышцы плети, громче кричите, дети, красный бросая мяч, узнал я и смех, и плач. Что Гомер, что Гомер, что Гомер, сильней лошадей, солдат, солнце, смерти и Нила, семи небесных сфер, кристальная гармония мира меня оглушила. Тимпан воркуй, труба играй, вой бей, вихрь голубей, орлов клёкот, стон лебедей, дух ревей, вей, дверей райских рай. Рай, 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 рай.
рубей, орлов клёк, стон лебедей, дух реевей-евей, дверей райских рай, 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 дверей райских рай. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я и ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Елена Фролова. Здравствуйте. Сногсшибательная песня, если так можно выразиться. Откуда она, откуда такое настроение? Это Михаил Кузьмин, поэт Серебряного века. Вот у него есть... Он вообще очень был удивительным человеком. Таким... Ну, как даже не разносторонним, а его просто бросало из стороны в сторону. В том числе он, собственно, очень много занимался старинными духовными, русскими духовными стихами, потому что он был из старообрядческой среды. Естественно, он изучал какие-то корни вот, и раннего христианства. Собственно, вот это стихотворение, которое называется «Базилит», это из такого цикла «Гностические стихи». То есть как бы переход человека от языческого состояния к, да, к Христу, к христианству, вот это раннее христианское такое вот. Первое ошеломление, первое впечатление, первая встреча такая с Христом, с этим светом, да, его. И вы уловили это так, да? Ну, я вот так видела, да, вот, мне кажется, только вот, ну-ка, насколько как я смогла это выразить, да. Как, вот, может быть, как бы, если бы я написала сейчас, это было бы по-другому, но вот лет 15 назад, когда я писала... Это было 15 лет да. назад? Да, это было так, да. Ничего себе. Да. Я вот не зря спросил, как, в каком вы сейчас, ну, духовном состоянии, состоянии. Да. Но сейчас не такое, да? Ну, я думаю, что... Ну, для меня все-таки какая-то другая сейчас линия интонационная, да, она какая-то более протяжная, более плавная. То есть уже колыбельные песни. Ну, не колыбельные, но, ну, вот, например, скажем, вот такая тоже ре-минорная такая, вот это вот какое-то нынешнее такое состояние. И свет таинственный день, воинственный рассвет, раскрывшийся в горсти. Моя душа всегда в пути, цветочек аленький расти. Я не сорву тебя, прости. Печаль сердечная, любовь незадешная, разлука сонная молчит, а в сердце песенка звучит. Она себя не узнает, а просто любит и поет. Такая славная, пусти мне главная, пусти не лучшая совсем, и пусть понравится не всем, но свет таинственный живет во мне, пока она поет. И свет таинственный день, воинственный рассвет, раскрывшийся в ночи. Моя душа всегда в пути, цветочек аленький расти. Я не сорву тебя, прости. Такая. Ну, а так это стремление к простоте, да? А, ну, оно само, да. Что поэты Серебряного века, там есть много очень сложного. Это же сложное состояние души, они хотели это выразить. Много экзальтированных личностей, и все это боль. Это вот какая-то, можно сказать, депрессия даже, поиски выхода из этих состояний, отчаяния.
Ну, там тоже этого же много. Но они искали принципиально что-то новое, какой-то новый звук, новое слово, потому что много нового открывалось, на самом деле. Mm. В то время такое оно таком на сломе, и в эту щелку много чего проникало как бы из каких-то других миров, естественно, которыми мы окружены. Вот, и эти поиск, вот это же постоянно, они же мистики были, они вот поиск вот этого смысла нового, ощущение Бога, вот уже того же самого, но как бы по-новому, потому что, видимо, была в этом необходимость какая-то и в сложном таком выражении этих состояний. А сейчас у вас это упрощается? Не хочется простого слова такого родникового? Ясного, простого, ясного. Ну, я думаю, что оно само как-то происходит. То есть я задаю себе вопросы, они существуют, что такое любовь? В принципе, для меня, да. Но дело в том, что вместе с этими вопросами как приходят не ответы, а приходят какие-то новые состояния, они связаны с временем жизни. Я не называю это возрастом, но каждое время жизни она дает новые открытия, новые какие-то ощущения. И то, что раньше было, вот упирался ты, вот как вот если этого не будет, то вообще жизни нет, и вот все. То сейчас как бы даже странно об этом думать. Думаешь, Господи, ну жизнь-то вокруг, вот она, ну что... Ну... Yeah. Но тогда это вот именно было вот так вот. Но это связано тоже с и время, то, что переживает наша страна, что происходит все, и твое личное время, да, что, как растет твоя душа, твое сердце, твой личный какой-то опыт. Вот, ну какими мы должны стать-то? Какими стать? Да. Легкими, певучими, любящими. Я не знаю, какими еще. Весь балласт, да, лишний. Ну, в общем, то, о чем мы писали, кстати, поэты Серебряного века, у того же Георгия Иванова и Александра Блока. У него, собственно, много таких певучих, легких стихов. И нет, как там было у него, и нет ни обиды, ни мира. Я сейчас не вспомню вот Георгия Иванова. По синему царству эфира «Свободное сердце летит». Вот такое какое-то. Да. Я недавно написал тоже стихотворение. Угу. Но я послал его. Никак мелодию не мог придумать. Угу. Мне показалось, что оно какое-то самодостаточное, что ли. Угу. Но послал Саше Андрееву, он написал песню. Угу. Это впервые у меня произошло, что кто-то на мои стихи написал песню. А мелодия, ну, песня красиво получилась, но я не могу ее исполнить, потому что Саша так, он красиво поет. Uh-huh. Значит, стихотворение такое. Я лежал, как ребенок, весеннее солнце светило, таял радостно снег, плыли медленно вдаль облака. Тонкий мир и какая-то нежная, добрая сила расцветали во мне. Ну, а я улыбался слегка. Запредельное счастье вошло в мою грешную душу, и запела душа, забывая земные пути. Я лежал, как ребенок, и вечную музыку слушал. Я уже не искал, я нашел то, что нужно найти. Это как у Мандельштама, помните, только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко рассвей. Видите, да. Как перекликается, собственно. Ну да. Мне кажется, что с людьми это все происходит, и с каждым человеком. Ну, каждый человек по-разному. Один возьмет как деревяшку и вырежет коня маленького. Или гусли сделает, как моя подруга из Суздаля, Татьяна Куприянова. Это вы подарили мне диск? Да. Вот тоже, кстати, из Суздаля, как и Маша. А как называется он? Лада? Лада, да. Лада. Да. Елена Фролова, песни под гусли. Да. А здесь вы на гусли играете? Да, здесь я на гусли. Даже не верится. Да нет, это один из самых простых инструментов. Барабаны, гусли, на самом деле... Недаром они самогуды, они сами играют. Только надо пальцы поставить правильно и рукой провести, и все. Красиво, очень издано. Видимо, что подходило, все подошли с любовью. Ну, в общем, это целый, иначе смысл целый нет. Труд. Ну да, конечно, да, тут и да. Художник. Я хотел бы вам свой диск подарить. Да, спасибо. Как хочется чистоты. С чистого листа. Да, сейчас это у меня заглавная песня. Можно сказать, вот дошел до этого. Хочется чистоты, и все время думаешь, где ее взять. Взять веник, что ли. Угу. Сначала снаружи подмести, потом внутри подмести. Вот очень хочется все это сделать. Ну, то есть вернуться к первоисточнику такому. Да. Вот мы уже вот
говорили об этом вот, как раз Марии Тепляковой, что вот это состояние, вот возвращение в рай, райское состояние, вот этот человек как бы скитается, он ищет, подсознательно ищет рай, возвращение, вот, пути, ключи, вот это все, как вернуться в это состояние райское. Бывает псевдосостояние тоже, это ну, да, псевдорайские, как такой, алкоголь, наркотики такой. Тоже бывают. Ну, кстати, ну и другие всякие вещи. А вот это надо вот вернуться, да, как блудный сын к отцу. Вот такая задача. А вы знаете, я была когда в Израиле, в том храме, где, над которым, вернее, там храм, который построен над источником да, Девы Марии, около которого как бы к ней пришла благая весть. Это арабский православный храм. Удивительно, что песнопения там наши родные, но на арабском языке иконы, фрески, все вот то, что нам родные, только вот все это написано там, все, что у нас на церковнославянском, у них это арабскими буквами написано. И когда я там не могла уйти, я вот есть такие состояния и места, я не знаю, как говорят, места силы или чего-то. Вот ты стоишь, да, и понимаешь, что отсюда уйти вот своей волей не можешь. Вот так бы простоял бы всю жизнь, что ты пришел. Собственно, пришел туда, куда шел. И приходится такое огромное усилие или чьи-то со стороны усилия, что типа, ну пошли уже, чтобы просто оторваться от этого. Вот это было около вот источника, хотя он там уже глубоко внизу где-то был. И когда я отходил уже от храма, повернула голову к нему, чтобы бросить последний прощальный взгляд, от купола отлетел белый голубь. И я в этот момент поняла, что вот эта благая весть, она происходит каждую минуту, каждую секунду, в сердце как бы, человека или в сердце земли. Нужно заметить, земли. Уловить, да. Настроиться на нее, да? Ну, как-то вот... то есть все как бы в нас дело. Видим мы это, чувствуем. То есть все оно есть. Важно, где ты сам находишься в этот момент. Ты к этому состоянию как бы готов это увидеть, готов это услышать, настроены твои уши, твое сердце, или ты где-то там в суете какой-то вот на что-то другое настроен. Мне что-то вспомнил, знаете, слова Юры Шевчука, моего друга. Я открыл окно, и весенний ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте. А я вот написала... Пустить весенний ветер. Я помню, да, это, да. Конечно, стихотворение. Ну, просто под песню по этому как бы, поводу. Хотя песня совсем о другом получилась, но она вот связана с этим, с этим мигом. У источника чисто пела Дева Пречистая, и дыхание тая, ее слушала я, уносила течение, ее дивное пение уплывал из-под ног золотистый венок, свет окутывал дымкою, я была невидимкою. Не раскрывшейся тайной, тихой, сонной, случайной, мне рассказывал сказки голос Девы прекрасной, о неведомой дали, о тоске и печали. Так за тайной речей я ступила в ручей, с небес чуть дыша, опустилась душа. Мне, конечно, тоже хочется спеть, но мое, так сказать, грубое вмешательство это будет. Почему? Мне интересно. Да, интересно. Конечно. Когда еще придется, да, вживую? Конечно. Ну, я надеюсь, вы будете приезжать в Петербург-то. Так, конечно, всегда приезжаем. Здесь много друзей. Я спою песню, вот она называется «Если бы я плакал по ночам». Музыка.
Если бы я плакал по ночам, если бы я радовался утром, днем бы был решительным и мудрым, вечером побольше бы молчал. Если бы любил своих врагов, если бы за ближнего молился, я тогда бы с синим небом слился, скрылся от налогов и долгов. Только вот гордыня не дает, на ногах пудовые оковы. Жду, когда божественное слово снова позовет меня в полет. Если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам. Здорово, спасибо. Так, подарок вам. Да, интересно. Я просто в связи с этим вспомнила о Блаженном. У него просто очень много о слезах, как вот о благе, как дар слез такой. Я не знаю, вспомню ли я эту песню или нет, в смысле эти стихи. Я сейчас попробую вспомнить. Плакать радостно, чтобы душа моя запела, и, пребывая в сонной радуге, светилось маленькое тело. Заплакать с тайною надеждою, что Бог услышит эти звуки, и сыну слабому и грешному протянет ласковые руки. Так заплакать бедственно, чтобы смешались в этом плаче земные страхи и небесные следы молений и палачеств. Заплакать с тайною надеждою, что Бог услышит эти звуки, и сыну слабому и грешному протянет ласковые руки. Радостно, чтобы слеза моя запела, и, прибывая капли в радуге, светилось маленькое тело. Спасибо, Господи. Сегодня душа моя тоже пела с вами. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Передача пролетела. Не заметили. Птица. Дорогие мои, наша передача «Лавровские встречи» закончена. С нами была Елена Фролова. От Божьей вам помощи. Спасибо за то, что вы были у экранов телевизоров. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо вам огромное за возможность встречи с вами и со зрителями. И всего доброго вам, и я надеюсь, действительно... Ну, где вас можно найти все-таки? Да здесь, я приеду с удовольствием, только позовите. Спасибо, Господи. Божьей помощи всем.